9 марта Украина отмечает день рождения выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченка. 203-ю годовщину не пропустили и в Запорожье. У памятника Кобзарю возле Шевченковской администрации собрались представители областной и городской власти, а также запорожцы-патриоты. Все они чтят память выдающегося украинского поэта, ставшего образом борца за свободу и независимость украинского народа. Многие сходятся во мнении, что именно этим Тарас Шевченко объединяет всех украинцев, независимо от их политических взглядов. Это человек, который, в моем понимании, даже в сегодняшней ситуации в стране, объединяет всех людей. И левых, и правых, и радикальных, и центральных. Человек, который действительно собой олицетворяет то желание народа Украины за тысячелетия или за столетия последние, чтобы действительно объединиться, чтобы это была действительно страна, страна самодостаточная, страна действительно мощная. То, что он говорил в своих стихах и произведениях, мы должны воплотить в жизнь. Тарас Шевченко для украинского народа давно не просто историческая личность, не просто великий поэт. Он всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу украинского народа. И хотя он не дожил до главной цели своей жизни, он все равно победитель. Сейчас, когда Украина переживает нелегкие времена, мы все яснее осознаем, сколько сделал он для нашей страны и для каждого украинца. Сегодня, в день его рождения, мы пришли возложить цветы к его памятнику и с благодарностью вспоминаем об этом великом человеке. Его произведения есть в школьных программах. Его творчество известно далеко за пределами нашей страны. И это неудивительно, потому что оно пропитано, просто пронизано каждая строчка любовью к своей стране. И только настоящий патриот, житель своей страны, может именно так думать о своей стране и должен так делать. В честь праздника у памятника Тарасу Шевченко звучали украинские народные песни и стихи самого Кобзаря. В завершении торжественного собрания присутствующие возложили цветы к постаменту выдающегося деятеля.